Рак шейки матки, третья стадия. Опухоль большая. Здесь взялись лечить. И вчера пришли результаты, уменьшение ровно наполовину. Сегодня все поздравляли, а Мадина Исраиловна даже позвонила в 10 часов вечера. Это очень хороший результат. Лечили лучевая терапия и химия была. Вливание раз в неделю и 25 сеансов лучевой терапии. О Хадасе я могу сказать очень позитивно. Здесь просто вот дико, вот прям до мелочей подходит ко всему. Здесь нас вот мальчики, девочки, вперед посмотрели, не подходим, еще раз, чуть-чуть, давайте, не стараемся, не переживаем. То есть реально как с детьми маются. И они здесь задерживаются допоздна. Было такое, что уже рабочий день закончился, а я до сих пор не могла пролечиться. И они со мной сидели, они со мной уговаривали, все нормально, не переживаем, это организм, ничего не... Я могу поблагодарить всех докторов этого отделения, потому что реально это просто замечательные люди. Они настолько чуткие, они не безразличные, они вот до мелочей к своей работе. Вот просто до мелочей можно было сказать, ай да ладно, нам домой пора, нам еще что-то, ну какая разница, один раз проскочит. Нет, тут реально подходит, и я понимаю, что я в надежных руках. Я не пожалела ни на минуточку, что я обратилась именно сюда. И это при том, что мне нужно сюда ехать почти 2 часа, только сюда и потом отсюда, до Зеленограда. Ну я ни разу не пожалела об этом. Это того стоит.